Золотая чаша золотая, сделана из кучи дерьма, я ла-ла-ла-ла-ла-ла. Все, наконец-то мы сможем с вами просто поговорить. А не, это не будет вырезка из игры. Но, к сожалению, ту игру я не записывал, там был такой уматный момент, такой великолепный купол, божественный от Войда. Мы там так ржали, как свиноматки просто. Так вот, сейчас я вам покажу, как не нужно ставить купола за Войда. То есть, когда вам начинают сносить базу, смотрите, 37-я. Ну-ка, давайте откроем это окошко. Это чисто просто анализ. Мы анализируем ситуацию сложившуюся. Вот, смотрите. Как бы вроде замес начинается. Вой думает, анализирует, что делать. Видит толпа, дерется, да? И он решил ставить именно сейчас купол. Хорошо, подходит. Двое стоят, трое прыгает. И купол мимо! Это просто божественный купол, Господи Иисусе. Вы должны это увидеть еще раз. Нет, еще раз. Вот, смотрите, как же это великолепно. Трое! Он мог поставить купол на троих и одного гулю. Он поставил на Леона. Это просто такой инвалид. Я не знаю, реально, это просто это чудо. Я могу смотреть на это вечно. Вот, надо гифку сделать. Вечно просто можно смотреть. Еще раз смотрим. Так, стрела попала. Трое. Мог поставить купол. Он мог поставить и всех задеть. Он мог даже поставить и попасть на троих четверых вместе с Леоном. Но почему-то его мозг решил поставить чисто куда-то вообще в бок. Ладно, еще раз посмотрим. Последний разок. Давай, Войд. Давай, друг мой. Кстати, у него итемы 40 минута. Посмотрите, кусок говна обоссанного. Прыгает, ставит куполенок. Стата у Войда 3-8. И он ставит купол с Лиганса немного в бок. Вот такие вот пироги. Суть этого видоса такова. Если вы играете за Войда, научитесь ставить купола. Это очень легко. Я делал видос там, и гайды, и летсплеи. Всегда говорю, это легко делать. Вот такое говно творить не надо.